Друзья, здрасте. На дворе пятница, 13-е. Но мы, конечно, во все это не верим. Вертикальные новости. Алексей Форсиков. Поехали. В редакцию пришло письмо вот такое. Вот письмо. Если коротко, то там просят вернуть бороду Алексею Форсикову. Я вот даже растерялся и думаю, как быть. Напишите в комментариях, пожалуйста, что вы думаете по этому вопросу. Красоту, конечно, сложно испортить, но ваше мнение нам тоже очень важно. На видео попала молния, которая, в свою очередь, попала в один из ветряков нашей ветроэлектростанции. Замедленное видео и интересно выглядит, и голос автора тоже претерпел некоторые изменения. Канны – одни из самых красивых цветущих многолетних растений. Они формируют красивые, очень оригинальные цветы, имеющие асимметричную структуру и образующие характерное соцветие. Вы угадали, это очередные видео от нашего любимого ставропольского горзеленстроя. Вот еще красивость. Оцените, какое граффити нарисовали на улице Морозова в Ставрополе. Автор, напиши нам, пожалуйста, в директ. Мы тебе уважение хотим высказать. А этим видео мы хотим напомнить вам о том, что завтра начинаются выходные, и можно провести их, ну, скажем, в Кисловодске. Там вот так хорошо. Путешествия начинаются на Ставрополье. И, кстати, как ведущий прогноза погоды хочу добавить, в Кисловодске вот всю неделю и эту, и следующую будет максимально прохладно. Даже дождик пойдет, а днем будет до плюс 23, представляете? Сегодня, напомню, пятница 13-е, но нам-то все равно, мы в это все не верим. Поэтому вот вам, пожалуйста, максимальная милота. Друзья, хороших вам выходных. Увидимся в понедельник. Вертикальные новости. Алексей Форсиков пошел отращивать бороду. Увидимся.